Мы сегодня приехали к одной нашей клиентке, ее зовут Александра. Находимся на очень классном таком райончике, называется Имелин. Александра, можно? Привет. Можно? Проходите, конечно. Спасибо. На самом деле очень комфортно себя здесь чувствую. Да. С языком у меня сильно проблем не было, потому что очень похож польский на белорусский язык, плюс русский. Я всегда с удовольствием учила языки. Для меня в этом проблемы никакой не было. Я увидела рекламу. Просто рекламу. Да, в интернете рекламу. Это был сайт 24IT.com. И написала нашим менеджерам, да, и они тебе ответили. Именно. Да. Все, с документами сразу мне начали помогать. Сделали тебе приглашение, правильно? Да, приглашение я ждала где-то месяц. И потом сразу подавалась на визу. А тяжело было вообще подать на документы? И какой вообще процесс у вас подачи на документы сейчас в Белоруссии? Это не было сложно. Я не могу сказать, что это было сложно, потому что мне очень сильно помогли. Со всеми документами заполнили мне их. Да, анкету. Я с этой анкетой в визовый центр пошла, потому что посольства были закрыты. То есть никаких проблем у тебя с документами не было? Я приехала сюда на завод шоколадная фабрика. Самая классная работа. Можно вам шоколад есть на работе? Ну, я бы... лояльно. Это лояльно. Да, ну можно. 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 Ты, я так понимаю, ты работаешь на конвейерной ленте? Именно. Да? Да. По сколько часов ты работаешь? 5 дней в неделю, по 8-10 часов в день. Выходные дни работаешь? Я беру выходные дни, выходные иногда праздничные дни, потому что бонусы у нас имеются, доплата, за переработку тоже доплачивают. На зарплату не жалуюсь. Я по образованию менеджер по продажам, и я сейчас планирую подучить язык и потихонечку уже искать что-то в своей сфере. И здесь для этого, я думаю, есть все перспективы. Все перспективы и возможности. Потому что в Беларуси с этим очень-очень сложно. Если вы молодой, перспективный, талантливый, приезжайте. Почему? Потому что есть возможность зарабатывать больше ставку в Польше. То есть если вам меньше 26 лет, тогда у вас ставка будет повыше. Я бы с удовольствием себе купила автомобиль. На самом деле здесь в этом нет абсолютно никакой проблемы, потому что цены на машины здесь куда ниже. И за пару месяцев я думаю, что у меня все получится. Правда, я на это очень надеюсь. На данный момент меня все устраивает в этой стране. И, возможно, подучить язык, найти себе хорошую уже по профессии работу, можно подумать, чтобы и семью сюда, конечно, привезти, да, и родителей, и брата. Я желаю не бояться и рисковать, потому что, естественно, перемены, они всегда к лучшему, правда. Только расти можно.